своим маги Соникс, МК на Кадырова, Кадыров на Мегалодона, Мегалодон на Август, Август на Соникса. Либо проще, Соникс на Кадырова, Кадыров на Соникса, Мегалодон на Август, Август на Мегалодона. И все. Тёма Скофилд, а хотя Дисприс, Дисприс и Конкуль дадут гимноману и тотемноману. Все, в принципе, все остальное ясно и понятно у нас. Давай, Протеус, давай. Ярик, ты бафаешь Август, а Август бафает тебя. Соникс бафает Кадырова, Кадыров бафает Соникса. Цяка СС по Атедису, Бельт по Честерсу, Гнидыч по Войдлайту. Танчит у нас МТ Медведь, Шумский. ОТ у нас идет Скайрейн. Так. Скайрейн. Скайрейн раздает каски. Атедис, давай нам кулаки. Вой, давай нам МП5. Конкуль, ставь тотем на допхил. Убирай тотем на МП5. Рыба стоит, рыбу ешьте. Из этого ДК могут сбивать ей каст, если она поставит все-таки сферу. Гриппом. Короче, поменяемся, значит, днями. Мы пойдем в 21 в пятницу, а вы пойдете в 19 в воскресенье тогда. О, я тогда в пятницу, может, успею 21. Ну что, траем плюс 3 или идем на верные плюс 2 и все, и не теряем время? Драй плюс 2. Окей. Да что там плюс 3 сложного? Так, все. Блять, ну Олег, повторим, блять, кому что? Кидать МК. Заебали. Ребята, Робот еще раз мне. Еще раз говорю. МК Мегалодон дает на Августа. Август дает МК на Мегалодона. Соникс дает МК по Кадырову. Кадыров дает на Соникса. Вы просто меняйтесь бафы. И все. Давайте, я даю РЧ на проверочку. Базука с Орландой в ДИСе еще? Да. Да. Не... да мы это тут. Воскресенье в 19 или в 18? Давай в 19 лучше. Я так, чтобы вообще вам МК не кидал, просто на собой. Бигвар, Бигвар, Бигвара ждем. Бигвар тут или нет? Бигвар. Что там, Протеуса надо сумонить или что? Все, Бигвара пока нету. Давайте, ребята, поехали. На пул весь в Медведя, либо в Пепала. Без разницы абсолютно в кого. Главное, напуливайте в танков. Поехали, играем сначала в Звезду, потом играем... Потом играем в Крест. Сначала все Звезду играем. Я не хочу видеть вообще АОЕ дэмэдж, он мне не интересен. Сначала убейте метки, а потом играйте уже АОЕ сколько хотите. В одну просто цель сначала дайте, и все, мне в крест убейте. А потом уже играйте АОЕшками. Все, играйте АОЕшками. Слава, плюс 2, плюс 3. Ну, это, можно трай дать, в принципе, посмотреть. Если нормальный ДПС, можно залить. Там хули в портал зайти, похилиться, убить моба. Сейчас сделаем проще, сейчас перед третьим остановимся. Давайте сначала в звезду, потом в этот, в череп.
Звезду дал дальше, играем звезду сначала, поменял, дам на ближнего. Сначала звезду играем, потом играем во второго. Диспелим рейд. Ребят, диспелим рейд, диспел данжмастера, диспел ликса. Никита на Никипоте, помоги подиспелить. Что с диспелом какие-то проблемы у нас. Все, спасибо. Сначала в звезду, ребят. Диспелим рейд. Спасибо большое. Диспелим рейд. Диспелим, диспелим. Мигало, все, спасибо. Диспел. В метку играем, в звезду играем. На маунтов садимся, аккуратно пробегаем, третьего босса пока не трогаем. Пробуем сначала плюс 3 убить, потом плюс 2. Давай, залетай туда прям. Звезду сначала сыграйте. Выходим, выходим дальше. Диспель терей, парни. В череп сыграйте. Что там, давайте тактику. Все то же самое, как ты. А зергают какого? Первого, который прилетит, или второго, который прилетит? Третьего, третьего. Так, а где ж тебя поставить? Скай, постоишь на этом. Я постою на Сартарионе, ты постоишь на драконах, на всех остальных. Короче, смотрите, сначала, по идее, должен прилететь Шадрон, третий. А он призовет портал, всем нужно будет зайти в портал и убить там его прислужника. Зашли, убили, заходят абсолютно все, остается только Атедис, который хилит танков, и все. Все остальные должны забежать в портал и, скажите мне, и убить этого прислужника. Это первый наш дракон. Второй дракон. Второй дракон прилетает Тенеброн, это тот, который стоит за спиной у Сартариона. Он будет ложить кладки яиц.
Как только увидите кладки яиц, роги, все отдают свои на пулы вместе с хантом в Скайрейна, отдают его в паладина, подходят к кладкам яиц и начинают просто ауешить, чтобы сразу побежали. Хилам советую держаться поближе к танку, чтобы вы в крайнем случае могли подойти под пала, и он разольет лужу. А следующее. С Артариона никто не трогает. С Артариона я танчу один, все пока играют в третьего дракона. Прилетает третий дракон. А третий дракон дает на себя баф, который говорит, он вам вернет 75% нанесенного урона. Мы даем на третьем драконе сразу же Геру. Гера дается на третьем драконе. Посмотрим. Если нам хватит ДПСа, мы убьем его без этого бафа. Если не успеваем, я скажу стоп рейд, и все должны срочно остановиться, не бить босса, зайти в портал, убить прислужника, и потом уже опять свичнуться в босс. Ничего сложного. Пробуем сначала плюс 3, если нет, убьем плюс 2. Плюс 2 уже закрывали, поэтому я проверяю бафы. Так. Из хилов заходят абсолютно все хилы, тут остается только Атедис. Остается Атедис и хилит двух танков, все. Так, по поводу стенок я буду анонсить. Поставьте, пожалуйста, рыбу, у нас есть несколько человек без рыбы. У кого есть фласки, выпейте фласк, не жлобитесь на плюс 3. Да, в принципе, все. Анонсить я буду... Как стоим, смотрим на Сартариона, так я и говорю. Если лево, то это лево, если право, это право. В крайнем случае, отодвигайте на максимум камеру и сами смотрите. Скай, смотри, ты не обязательно должен стоять в той метке. Ты должен стоять как можно ближе ко мне, где-то примерно в хвосте у Сартариона, чтобы нас доставали по хилу, и тебя, и меня. И все. Просто смотри, чтобы в эту стенку не въехал. Да и все. Давайте, даю чек. Кулак по вару дайте. Так, на АП никто не кричит, вары кричат на ХП. Давайте кулак. Кулак. Кулак, кулак. На всех есть кулак. Все. На всех есть кулак. Все, Леш, ты тотемы тоже где-то на Эршаме поставь, я не знаю, между этими двумя метками просто, да и все. Все, все готовы, я пулю с Артариона. Идите вот туда, на сторону, там, где все стоят. Справа, там, где Алим стоит, да-да-да. Давайте, поехали. С Артариона вообще не трогайте просто, и все. Идите сразу на ту сторону. Да, надо было переодеться в другой шмот, чтобы ХП было побольше. Ада, вон пока там ада у вас выходит, бейте пока их. Первая стена будет через 5 секунд, и потом через 5 секунд прилетит Тенеброн. А Тенеброн это, блядь, у нас какой дракон по счету? Стена справа. А, да, Тенеброн. Отводи его, отойдите из-под морды, на пульте в танка, отведите все из-под морды. Не стоим в этих синих кругах. Блядь, 24 тысячи. Приготовились через 3 секунды стена. Стена у нас идет справа. Опять сразу посмотрите, кому как удобно. Либо ближе, либо дальше отбегите. Заливайте, сейчас шадрон прилетит. На пульте шадрона сразу опять паладина. На пульте. Ребята, мобы повыходили. Стена справа. Стена справа. Я прожмусь на шумском, я прожмусь. Бейте, 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 бейте. Выходим из этих из темных расщелин. Бейте. Стена через... Давайте максимум ДПСа в него, там Весперон сначала прилетит. Это уже будет третий дракон. Сейчас будет стена, и после этого прилетит еще один дракон. Приготовьтесь сразу его напулить. Стена слева. На пульте дракона. На пуле. Все, хорошо. Добивайте сначала старого дракона, потом уже только играйте в этого.
В портал, в портал зашли. Sky Sheet, ага. Стена слева. Я упал. Хватите, кто танк, есть какой-нибудь? Да там уже пол рейда упал, падайте. Там пол рейда упало. У нас минус 2 хила, у нас минус куча ДД. Не хотите это, Еру на первом драконе дать? Нам Ера нужна на третьем боссе. А дракона осталось и этот Сертовион. Первого вы убили, второй еще даже не успел. Второй только прилетел, и первого уже убили. К нам манидзе. Там с хилом вообще тяжко было. Второй умер на портале, остался третий. Может, два хила оставлять надо? Давайте в два хила попробуем. Я вот ДЦ остался как бы, просто этот... Тоже не доставал. Он меня бьет под... Я сейчас другой шмот переоденусь. Он меня бьет по 25 тысяч дыханием. Ребят, вставайте, кто там лежит, вас нельзя реснуть, вставайте. Потому что и протопало там, два дракона пробивали хорошо. Ну, они дебаф все вешают, там куча на нас дебафов висит. Рыбу кушайте. Там дебаф от огня, от... поэтому... This one. Да, у меня есть Эрик. Санек далеко улетел? Да, Лара. Дайте шкаф. У меня есть. Дайте шкаф. Поставьте шкаф, давайте Сонекса присумоним. Если кому-то надо подчиниться, не улетайте, есть Дживс. Сонекса сумоньте. Ребят, давайте засумоним Сонекса, потом раздадим баф. Вы сейчас раздадите баф, потом про него забудете. Давайте пробуем еще один раз. Давайте в портал, значит, заходят все, остается от Эдис и Войд. Остается два хэпала на танках, которые хилят. Все остальные заходят в портал. Так, Тенеброн, значит, сначала прилетает второй, потом прилетает Шадрон, и потом прилетает уже Висперон. Хорошо, давайте баф по рейду. Пейте все свои зелья с ивента, пейте зелья вот эти вот, которые у вас. Давайте, мне сейчас побольше будет ХП. Давайте даю РЧ. Да, у меня есть Скай, есть. Все, все готовы. Ну, раз все готовы, тогда поехали. Давайте пробуем еще один раз. Тут проблема не в том, что надо дать Геру. Геру мы дадим на третьем. Проблема в том, что на нас висит куча дебафа. Вон, он у меня, блядь, бьет просто по 10 тонн. Вы эти морозные руны их прожмите. Я да, на мне все уже прожато. Приготовились. Стена через 7 секунд. Потом срочно сюда зайди. Приготовились, первая стена пошла, слева идет первая стена. После нее сразу Тенеброн прибывает, сразу на пульте в танка и все. Скай, беги уже в метку туда куда-то. Стена через 5 секунд, приготовились. Стена идет у нас слева опять. Шадрон прилетел на пульте сразу на танка. Молодцы. Добивайте старого дракона, потом в нового. Яйца. Хорошо, молодцы. Стена слева.
Сейчас будет стена, после нее вылетит сразу Висперон. Приготовьте на пол в паладина. Стена идет. Стена опять слева. Новый дракон прилетел. Полетел в рейд уже. На пульте его сразу. Хорошо. Давайте Геру. Давай Геру, Леш. В портал зашли все? Я прожмусь на шумском. Два хпала остались, хилить дальше. Стена справа. Вышли, играем босса. Все, теперь все дружно смотрим за своим дебафом. У нас может не хватить дэмэджа. Все дружно сейчас смотрим за своим дебафом. Я постараюсь вас вовремя остановить. Стена через 4 секунды. Приготовились, стена сейчас пойдет. Стена пошла справа. Сразу перебежали все, кому надо. В портал зашли, стопнули ДПС. Зашли все в портал. Убили там прислужника и вышли. А, Тёма, гимн на ХП дай нам. Тёма, гимн на ХП. Я даю гимн на ХП уже. Всё, хорошо. Так, стопнули флут. Стена справа. Ханкуль, гимн на ману. Дисприз, гимн на ХП. Ой, на ману. Тотем на ману и гимн на ману отдайте. Все, в Сартариона играем. Через 5 секунд пойдет первая этот стена. Приготовились, стена пошла. Стена справа у нас. Сразу разбежались уже, посмотрели. Ну, не так уж и сложно плюс 3 закрывать. Ну, ДПСа не хватает. Что-что? 40 кп дополнительно. Ну, ДПСа мало. Я вот сейчас вот смотрю. Я смотрю сейчас, стена пошла слева, стена слева. Отошли из-под морды у Сартариона. А я вот сейчас вот смотрю, и вот у меня на 10 месте это Скайрейн. Нет, вру. Август и Скорей на этом деле 10 место. Вот они 3700, 3900 дают. Первое место Олимп, 5300. Нет мозга, 5200. Никипоц, 4800. Ёж, 4800. Тяка, 4500. А Скофилд делит с Кадыровым, 4600, 4500. Стена справа. То есть все остальные, кто после 10 места, я даже там не буду открывать, смотреть. Там... Я понимаю, что там два танка и два хила. Но все же. Там посмотрите, потом я не знаю. БР есть? Пока не тратьте БР. Там у нас только один ликс мертвый. Стена слева. У нас только один ликс мертвый. Так, Скофилд, отдай нам, пожалуйста, гимн на ману. Так, Честер схепал. Никитоса, есть инер? Если есть инер, залей в Честерса. У меня нету. Все, хорошо. Ну тогда бьем. Бейте. Стена справа. Сразу посмотрели, кому как надо. Полетели. Потому что все слушают, да и все. Поэтому легко. Вот только в ДПС еще нам бы чуть-чуть больше. Не, ну все равно в самый раз ДПС нормально. Главное, что зашли в портал, убили моба. Да. Стена через 5 секунд, приготовились. Стена слева. Но бьет, конечно, он, блядь, знатно.
стена через 3 секунды, приготовились. Сейчас стена и этот, Никитос, дай БР Бликса. Все равно уже не упадем, давай БР Бликса. А после того, как добиваем босса, в босса никто не заглядывает, у вас по рейду ходят такие маленькие ады, огненные элементали. Убивайте их, а потом уже смотрите в босса на лут. Они вон на танке у вас прям посреди рейда Skyrain бегает. Убивайте с него. Все, молодцы. Сумка на 22. А вот и маунт. Да, да, маунт. Он же всегда падает, когда плюс 3 делает. Так. Че, поехали? Давайте. Давайте, сумка на 22 слота. Такую можно одевать только одну. Рольте. Такая сумка только одна. У кого есть уже, тот не ролит. Кидай объявление рейда. Сейчас, секундочку. Все, ребята, это всем. Дисприст. Дисприст выкинул 92. Там 100 протеус выкинул. Прошу прощения. Протеус, твоя сумка. Так, ты 7 же шмукролу теперь, да? Да. Ну, сначала люди на первый спек забирают. Паладин, жрец, чернокнижник. Давайте, рольте. Это на мейн спек. Перси 13-е? Да, это 13-е. 25-ок всегда 13-е. Ребята, паладин, жрец, чернокнижник. На мейн спек, пожалуйста. Skyrain. На ретрика? Или кто-то на мейн забирает сначала? На танка. Он же в танке ходил. Ну, у него 200-е. Ну. Ну, значит, пускай забирает. А за КП не вариант, да, забирать? Не, порой. За ГП... Что, зря ГП копил? Зря ГП копил? Нет, не зря. Одна шмотка 226-я, вон она за ГП идет. Давайте. Воин, охотник, шаман. 213-е перчатки, ребята. Протеус. Протеус. О, видишь, как хорошо. Охотник у нас, по-моему, был. Там нет мозга, если не ошибаюсь, с нами. Есть в рейде. Или какой? Да, нет мозга, мне, есть. Мне это ничего не нужно. Спасибо. Все, хорошо. Как скажешь. Просто единственное, было бы логично отдавать людям, которые играют одним персонажем сначала, а потом что-то отдавать твинкам. Ну, я надеюсь, у людей есть совесть, которые ролят на мейн спек, они одевают офф или там третий свой спек. Да он передаст, вон. Там нормальные люди сидят. Не, я же просто говорю, ну, я же надеюсь на вашу совесть. Так, что с сумкой это делаем? Ролим тоже ее. Так, ладно, давайте сейчас. Так, плечи. Ух, ничего себе, какие плечи. Давайте плечи, ребята, смотрите. На рогу, наверное. На кошку. Ликс, данжмастер. Все, больше никому не надо. Бигвар. Ну, бигвар. Так. Ликс, данжмастер. Так, бигвар. Едем дальше. Кожа. Это на сову. Боешка. Это бое. А, бое. Этот гильдбанк. Так, бое. Где ты находишься? Бое. Войдлайт. Я нашел уже. Так, ладно. Что, она на лок нажимал? Давайте. А, это на танка, в принципе. Ну, на танка Skyrain, в принципе, тут не обсуждается. Классная. Да, крутая шмотка. Так, ну и 226-я, ребята, давайте. Приготовьтесь. Давайте, смотрите, какие запястья есть, вот такие вот интересненькие у нас. Но это за ЕП, ребят. Так. Августа только Кадыров. Ну, выше августа, значит, они уходят августу. Вот, я отдаю их августу, поэтому августу можешь начислить ГП. Августу они ушли. Так. Что с драконом делаем? Я себе забираю или ролим? Роль? Ну как хочешь. Не, предлагаю типа Реллу. Всегда первый маунт идет Реллу. Всегда так было. Давай, ладно. Давай.
Нет, давайте, нет, стой, не ливайте, не ливайте, не ливайте. Давайте, чтобы да, все было ливайте, честно. Давайте, еще... так, те, кто готов отдать РЛу, нажимают «да», те, которые не готовы, нажимают «нет». И смотрим. Ну, большинство вроде нажало «о». Сонекс, нет мозга. Нифига себе, провокация. Так, давайте сумку тогда разролим, ребята. Давайте сумку, чтобы все было честно. Вот такую сумку разрольте между всеми. Так, Цяка, Ликс, Ликс. Все, все... А, я еще не кидал ролл. Простите, Ликс. Ну, сумка уходит. Все кинули, ребят? Сумка уходит Ликсу. А, сейчас вам Слава начислит ЕП. А, ну все. Поэтому, я надеюсь, никого не обидел. Вроде быстро закрыли. Закрыли за 30 минут примерно, где-то еще он баф остался, у вас 12 минут. Да, теперь по КД надо тройку закрывать. Что, десятку пойдем?